время начинать. Друзья, проект «Ордынка». Конкурс эстрадного вокала памяти Сергея Бугаева и Татьяны Снежиной. 10-й юбилейный сезон. Да, победители известны. Да, призы розданы. Но не все песни спеты. В эфире 49-го гала-концерт финалистов 10-го сезона. Яркие образы, полюбившиеся песни. А прямо сейчас для вас, друзья, выступает государственный, академический, сибирский, русский народный хор. Ай, да растворите мне темную темницу, дайте мне сияние ярко бела дня. Ай, дорогие друзья, для вас выступал государственный, академический, сибирский, русский народный хор. Ваши аплодисменты.
мощно бит качает, галку открывает. Миша Киллин рэп читает про себя, свои мечты. А ты знаешь, кто ты? Желаешь во сне, в твоей голове. Кто ты, кто ты, кто ты? Кто ты, где хочешь быть на земле? Может, пора заявить о себе? Кто ты, кто ты, кто ты, кто ты, кто ты? Кто-то феноменален, а кто-то неадекватен. Напакой на мерч гоняет на хайпе. Все, что он видел, газеты, журналы, монеты, реклама на телеэкран. Желтые сплетни, красивая жизнь. Кто-то скажет все сам. Звезда инстаграма покажется нам. Но мы понимаем, спасибо отцам. Кому-то легко достается удача. Кому-то работать никак не иначе. Но ты станешь успешен и сможешь добиться. Смотри, смотри на меня, я иду на столицу. Открой свое сердце для себя нового. Решай, кем ты хочешь стать, иди туда. Поверь, только ты можешь понять себя. Живи, не сдавайся, только ты никогда. И только вперед, только вперед можно идти. Что нас там ждет, нужно найти. Нужно найти. Новая жизнь, успех, новая когда жизнь. Мы сможем дойти. Мы сможем дойти. Кто-то успешен и может позволить Бугатти, бриллианты и модные виллы. Карманы лобо, первый в рейтинге Форбса. Роскошная ладья, он будет свои фирмы. Да, но так было не всегда. Он поднял каштуля с кровью и потом делал дела. Настойчиво шел он к цели своей до конца, до конца. Пока ты сидишь, он все это делает. Пока ты мечтаешь, он все это делает. Пока ты молчишь, он все это делает. И пока ты присел и еще раз подумал, я сделал новую музыку. Бай! Открой свое сердце для себя нового. Решай, кем ты хочешь стать, иди туда. Поверь, только ты можешь понять себя. Живи, не сдавайся, только ты никогда. Когда у тебя есть мечта, ты должен ее добиваться, идти справедливо за ней, никогда не сдаваться. А если скажут тебе, что ты ничего не достоин, иди, борись, пойди, устрой, мать! Кто ты, кто я? 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 Кто ты, я? Майк! Открой свое сердце для себя нового. Решай, кем ты хочешь стать, иди туда. Поверь, только ты можешь понять себя. Живи, не сдавайся, только ты никогда. Ну а кто ты? Михаил Киллин! Большой зал, много зрителей. В любом случае присутствует какое-то волнение. Присутствовало, потому что уже, собственно, номер-то уже был. Вот. Ну, а так, в целом, ну, все классно. Эффектная дама с ярким зонтом Оксана Пинчук приглашает всех на увлекательную прогулку на теплоходе. Мы с друзьями собираемся сейчас на прогулку по реке в вечерний час. У тебя в руках букет, я кричу тебе привет. Вижу небо в отражении милых глаз. Отправляемся от пристани ветров, где речной вокзал у самого метро. Наш, как парус, легкий зонт тянет нас за горизонт, прямо в радугу сверкающих мостов. И на палубе речного теплохода шестиструнную гитару достаем. А вокруг стоит прекрасная погода, и душа поет, и вместе мы поем. Расскажи-ка, расскажи-ка нам, гитара, зазвенит своей серебряной струной.
столько песен ты исполнила недаром. Даже чайки их разносят над водой, над бескрайней акваторией Оби. Город Энс берем в объятия любви, над вечерней тишиной, над прохладной водой. Боже, ты нас в этот путь благослови. Пусть течение все дальше нас несет, раскрывает свои тайны небосвод. Протяни к нему ладонь, этот свет далекий тронь, и направь к нему наш звездный теплоход. Расскажи-ка, расскажи-ка нам, гитара, про любовь большую, чистую нам спой. Столько песен ты исполнила, гитара, даже чайки их разносят над водой. Расскажи, гитара, в этот синий вечер и горячими аккордами пропой. И пока закат ложится нам на плечи, пусть любовь живет под солнцем и луной. Расскажи-ка нам, гитара, зазвенит своей серебряной струной. Столько песен ты исполнила, гитара, даже чайки их разносят над водой. Расскажи, гитара, в этот синий вечер ты горячими аккордами пропой. Пока закат ложится нам на плечи, пусть любовь живет под солнцем и луной. Дорогие друзья, Оксана Пинчук, ваши аплодисменты. Я думаю, что в Ордынке всегда солнечно. Я в этом нисколько не сомневаюсь. И даже какая ни была бы погода за окном, в Ордынке всегда солнечно, всегда тепло, всегда радостно. Великолепная публика получила огромное удовольствие и поделилась этим удовольствием со своими зрителями. В ритмах диско, в звуках техно к нам спешит девушка-блогер. Вадим Пахомов снова покоряет зрителей своей шутливой историей. События того дня, как увидел я тебя, улыбалась ты с экрана и смотрела на меня. Я с тех пор не сплю, я по клавишам молчу. Я пишу тебе коммент, все жду этот момент. Как мы встретимся с тобой, для нас будет прямой. Будем мы купаться в море, целоваться под луной. Мы познаем мир офлайн, а села в спортивный байк. Ну а ты мне отвечаешь? Лучше бы поставил лайк. Лучше бы поставил лайк. Девушка-блогер, о, твои ноги, как я мечтаю познать вкус твоих губ. Девушка-блогер, ее создали боги, но нет к ней дороги, ведь она ушла в Ютуб. Ведь она ушла в Ютуб. Я листаю твой канал, что же делать, я запал. Как случилось, получилось, даже сам не ожидал. Позабыл о всех друзей, забил даже на хоккей. Не загоняю больше шайб, но тебя волнует хайп. Но тебе важнее хайп. Девушка-блогер, о, твои ноги, как я мечтаю познать вкус твоих губ. Девушка-блогер, ее создали боги, но нет к ней дороги, ведь она ушла в Ютуб. Зачем она ушла в Ютуб? Девушка-блогер, о, твои ноги, как я мечтаю познать вкус твоих губ. Девушка-блогер,
блогер. Закрыты дороги, помогите мне, боги. Отпусти ее, Ютуб. Отпусти ее, Ютуб. Отпусти ее, Ютуб. Сегодня классно, как бы большое спасибо коллективу «Кобра». То есть, когда не один стоишь, да, как бы люди поддерживают это. Зал приятный, уже раскачанный к вечеру. Прям классно. Что общего у Вадима Пахомова и Михаила Килина? Правильно, они оба парни, и они оба исполняют песни своего собственного сочинения. Потому что они авторы. У других участников, у кого нет собственных песен, тоже есть авторы. С удовольствием приглашаем на сцену авторов, подаривших нашему конкурсу свои песни. Встречайте дружными аплодисментами, друзья! Нина Алексеева, Александр Белов, Геннадий Белов, Елена Борейко, Элис Бертульсон, Сергей Буракевич, Николай Васильев, Надежда Головкина, Елена Грач, Александр Еремеев, Анна Жаркова, Иван Кноль, Кирилл Козюрин, Сергей Колосов, Николай Комиссаров, Павел Кочевник, Татьяна Красовская, Владимир Куталев, Андрей Лазуткин, Станислав Лисов, Владислав Матус, Катрин Минор, Александр Михайлов, Андрей Нагорный, Николай Новиков, Татьяна Орел, Нина Орлова, Яна Рассадина, Евгений Силкин, Алексей Соломин, Алексей Устинов, Ирина Ярунина и Елена Якуня, Марина Дорошкова. Спасибо вам, что вы с нами. Друзья, наградите своих авторов. Максим Проява проявил на проекте свой голос и показал большие вокальные возможности. Сейчас он делится со зрителями сокровенным знанием. Твоей улыбки согревался, душу грел и восхищался, что есть ты со мной. И всякий раз ладонь в ладони думал, что в любви мы тонем, но один тонувный я. Слышишь, я узнал, что все слова пустые, что были мы чужие, что зря я доверял. Слышишь, я узнал, но уйти не смог. И ты в любви к нему сгорая, снова лжешь мне, обещая, что со мной и что я твой. Слышишь, я узнал, что все слова пустые, что были мы чужие, что зря я
сбежишь, я узнаю, что все слова пустые, что были мы чужие, что зря я доверял. Слышишь, я узнал, слышишь, я узнал. Я узнаю. Дорогие друзья, ваши аплодисменты. Максим Проява. Впечатления вообще очень классные. Хочу сказать спасибо большое очень ребятам, которые поддержали меня в плане танца. Коллектив Action. Очень талантливые, молодцы прям. Я очень люблю ордынку, и я безумно рад здесь быть. Прекрасная в костюме красном и с букетом алых роз Ольга Устюгова. Хватит, пора спеть оду женской любви. Возьми мою руку, сожми ее крепче. Живи в моем сердце хоть целую вечность. В нем копы рисую на мокром асфальте, осколками пули. Одно слово хватит. Хватит дразнить богов, кстати, лишь пары слов. Хватит зайти на час и до рассвета задержаться. Хватит не взрослый быть, кстати, меня любить надо, чтоб оценить любовь на кончиках пальцев. Последнее утро останется в прошлом, с ним вместе как будто, пусть дико и пошло. Твои поцелуи в роскошном июле. Ты знаешь, что пишу осколками пули. Хватит дразнить богов, кстати, лишь пары слов. Хватит зайти на час и до рассвета задержаться. Хватит не взрослый быть, кстати, меня любить надо, чтоб оценить любовь на кончиках пальцев. Хватит дразнить богов, кстати, лишь пары слов. Хватит зайти на час и до рассвета задержаться. Хватит не взрослым быть, кстати, меня любить надо, чтоб оценить любовь на кончиках пальцев. Десантник Юрий Вель идет своей солдатской дорогой. Дорогой трудной, дорогой непростой. Но это не важно, потому что его дорога ведет к самому дорогому человеку на свете. Свет и закат далеко до дома, медь в облаках.
кадр мне знакомый. Дорогие друзья, Юрий Вель! Ваши аплодисменты. Ну, что... Сложно выступать в конце. На финале я был третьим, и было классно, что отстрелялся и ходил, остальных поддерживал. А тут самое, что там, ну, непривычно. Песни Татьяны Снежиной – особенная тема в проекте «Ордынка». Финалистка конкурса Дарья Русанова помимо своей авторской песни в ордынском исполнила песню Татьяны Снежиной «Ворон». Сейчас она звучит на большой сцене Евразии. Ой, да мне приснился сон, как на вороном коне в громкий колокольный звон я умчалась при луне. Наступали сумерки, войском белых-белых звезд, там, где птицы суетно той,
Дорогие друзья, ваши аплодисменты. Дарья Русанова. Проекту «Ордынка» 10 лет. За эти годы родилось много прекрасных песен и добрых традиций. Одна из таких традиций – завершать конкурсный сезон неофициальным гимном проекта «Ордынка». Песни Татьяны Снежиной «Позови меня с собой». Тебя уносит, не оставит мне даже тени взамен. И он не спросит, может быть, хочу улететь я с тобой, желтой осенней листвой, птицей за синей мечтой. Позови меня с собой, я бегу сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой. Чтобы путь мне не пророчил, я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Сколько я искала тебя сквозь года в толпе прохожих, думала, ты будешь со мной навсегда, но ты уходишь. Ты теперь в толпе не узнаешь меня, только как прежде любя, я отпускаю тебя. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой. Чтобы путь мне не пророчил, я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Спускается ночь на спящий город. Я бегу из дома бессонного прочь, в толпу и холод. Я ищу среди снов безликих тебя, но в двери нового дня я вновь иду без тебя. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой. Чтобы путь мне не пророчил, я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой. Чтобы путь мне не пророчил, я приду туда, ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой. Чтобы путь мне не пророчил, я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, обретаю снова силу высоты. Юбилейный сезон проекта «Ордынка» заканчивается. И снова по традиции. Дорогие друзья, наш большой музыкальный праздник подошел к концу.
И по уже десятилетней традиции мы говорим «Прощай, Ордынка 2018». Здравствуй, Ордынка 2019. Увидимся в следующем году.